Сегодня в видеообзоре расскажу об интерактивной рыбке. Включаем. Приветик! Все когда-нибудь мечтали о волшебной рыбке, а ты теперь ее счастливый обладатель. Так и быть, я выполню несколько твоих желаний. Рыбка, привет! Здравствуй, золотце мое! Что тебе сказать? Можешь сказать «Рыбка, привет!» или «Пока, рыбка!» Спой песню. Есть у меня тут пара песенок. Слушай. Вот ведь как бывает в жизни подчас. Наша встреча караулила нас. Я заметил пусть бьющийся взгляд и влюбился, как пацан, в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье, и даже краше не могу пожелать я. И распахнул свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще 3 дня и 3 ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов поцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Включи музыку. А где волшебное слово «пожалуйста»? Пожалуйста. Ладно, я сегодня добренькая. Наслаждайся. Развесели меня, пожалуйста. С утра сидит на озере любитель рыболов. Сидит, мурлычет песенку, а песенка без слов. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Озеро глубокое, удачный будет лов. Сейчас поймает окуня любитель рыболов. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Песенка чудесная, и радость в ней, и грусть. И знает эту песенку вся рыба наизусть. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Как песня начинается, вся рыба расплывается. Рыбка, пока! Что-что? Пока, рыбка! Не забывай обо мне. Пока-пока!